Анантара Бобхут Resort and Spa был открыт в 2004 году, последний раз реновирован в 2013. Расположен в 15 минутах езды от аэропорта Самуи и в 10 километрах от оживленного пляжа Чавенг на берегу пляжа Бобхут. К услугам отдыхающих – большой бассейн на берегу моря, декорированный причудливыми обезьянками, символом отеля. Вокруг бассейна приятную тень создают роскошные пальмы. Под ними установлены зонтики и шезлонги. Пляжный бар Ocean Age предлагает широкий выбор напитков. Сюда можно заглянуть освежиться в любое время дня, а вечером устроиться с коктейлем за столиком и любоваться закатом. И не пропустите счастливые часы. Песчаный пляж отеля старательно ухожен. На нем установлены удобные шезлонги и зонтики. В детском клубе малышам предложат не только разнообразные игры, но и творческие занятия, которые с радостью проведут для них опытные педагоги. В лобби находится прекрасная библиотека. Там созданы все условия, чтобы гостям ничто не мешало погрузиться в чтение любимой книги. В сувенирном магазине представлен широкий выбор приятных мелочей – от пляжных аксессуаров до традиционных тайских подарков. Кроме прочего, в отеле организовано множество различных курсов, на которых гости не только проведут время с интересом, но и освоят новые знания и навыки. К примеру, кулинарные мастер-классы дают возможность постичь основные секреты тайской кухни и научиться сочетать восточные пряности и специи. Отель предлагает размещение в трехэтажном здании, окруженном ухоженным тропическим садом. В самом центре территории находится декоративный пруд, украшением которого служат водяные лилии. Номера категории Junior Garden View Suite площадью 44 квадратных метра располагаются только на первом этаже. Они меблированы двуспальной кроватью, диванной группой, журнальным и письменным столами. За декоративной перегородкой находится ванная комната с душевой кабиной и овальной ванной. Жилое пространство номеров типа Garden View Suite разделено на спальную и гостевую зоны. Интерьер оформлен в нежно-бежевых тонах с мебелью из темного дерева и восточными элементами. Ванная комната отделена декоративной деревянной ширмой, которую при желании можно отодвинуть, чтобы образовать единое пространство. Изюминка ванной комнаты – двухместная ванна, великолепный вариант, чтобы расслабиться. С балкона открывается вид на сад. Premier Garden View – компактные и при этом очень уютные номера, содержащие все необходимое для комфортного отдыха. Ванная комната, отделенная от жилой зоны окном, оборудована душевой кабиной. Ресторан High Tide радушно распахивает двери посетителям с 6:30 утра. Именно здесь ежедневно проходят завтраки. На богатом шведском столе представлены блюда международной кухни. Свежие салаты, аппетитная выпечка, мясные изделия собственного приготовления. Но заглянуть в ресторан можно и на ужин. Для вечерней трапезы готовят европейские и тайские блюда. Ресторан Full Moon начинает работать с полудня. Днем посетителям предлагают подкрепиться легкими закусками, а вечером здесь готовят деликатесы на углях – настоящий праздник вкуса для гурманов.
Кроме того, заведение гордится собственным винным погребом с великолепным выбором импортных вин лучших марок. Лаунж-бар «Эклипс», что неподалеку от лобби, идеальное место для релакса за бокалом коктейля или чашечкой ароматного чая. Для активного отдыха отель предлагает различные спортивные игры, теннисный корт, а также современный фитнес-центр, где есть все необходимое для полноценных тренировок. Отельный спа-центр представляет собой отдельный комплекс, окруженный декоративными водоемами и тропическим садом. Здесь вам предложат широкий перечень спа-процедур, в числе которых обертывание, хот-стоун-массаж, джакузи.